Здравствуйте. Сегодня я хочу вам продемонстрировать партию, игранную на шахматной планете в адванс-турнире. Играл я белым цветом против Ника Лашва. Рейтинг 2200. Партию выиграл. Давайте посмотрим. Е4, Ж6, Д4, слон Ж7, конь С3. d6, конь f3, слон g4. Ну вот с перестановкой ходов получилась защита перца уфимцева с ранним ходом слон g4. Давайте посмотрим, что из этого варианта получилось. Слон e3, ферзь c8, слон c4, конь c6, h3, слон d7. Ну, слона надо было менять. Ферзь на c8 расположен неудачно. В принципе, он расположен только под рокировку белых. Если они рокируются, тогда будет пожертвован слон на h3. То есть какая-то ловушечная тактика со стороны черных. Поэтому здесь естественные ходы были бы гораздо лучше. То есть конь не стоит на f6, неразвитость черных фигур, несколько темпов подарено белым. Итак, посмотрим, смогут ли белые извлечь из этого выгоду и каким образом. Ферзь d2, конь a5, слон d2, b6, корявый ход b6, ослабляющий позицию, но планируется ход c5, затем маршрут дальше пешки b5, b4, наверное, такую какую-то идею. Но следует удар по центру e5. Движок оценивает эту позицию с преимуществом белых, можно сказать, с решающим уже преимуществом белых. Конь b7, совсем непонятный ход в никуда. Теперь план черных поменялся, теперь они, видимо, планируют на ED сыграть конь бьет d6, немножко выправить структуру. Ну, как-то вычурно играют черные. Слон a6, связывая коня, ферзь b8, 3-0. ДЕ. Сами вскрывают игру на своего короля. Черные. Следовало держаться до последнего. ДЕ. Конь С5. Слон С5. Выясняется, если взять слона, то просто заезд на слона белопольного черных, то есть проигрыш фигуры получается. Слон Е6. Ну, тут можно было бы уже сдаваться. Дальше еще последовало добивание. В принципе, очень такое показательное. Быстренько посмотрим. Слон Б5. Король f8, король лишен рокировки. Слон e3. Слон бьет e5. Конь бьет e5. Король g7. Ну вот, подарили еще одну фигуру. Черная. Конь c6. Ферзь f8. Ладья e1. H на e1. a6. Слон d4. Шах. Конь f6, слон a4, b5, слон b3, слон c4, слон бьет c4, bc, конь b5, ладья d8, подставляясь под удар. То есть, ну, ферзь бьет d8, конь e7, ферзь d6, конь f5, gf, ферзь g5.
король f8, слон f6, ладья g8, ферзь h6, и наконец здесь черные сдались, играя без двух фигур. Неминуемый мат. Вот такая партия получилась. Спасибо.